Киева, да, вышел за пределы рабочей зоны, выход, и такой и вновь дает, смотрите, вновь проводит прием, и что, могла бы быть оценка здесь, но нет, пока нет оценки, и продолжает преследовать, такой замок есть, и кто кого раньше накроет, смотрите, накрывает спиной и зажигает арбитр удержания, а Сайкоми и жестко держит, мало шансов уйти у Бакиева. Прихватил руку, ногу и прям парализовал Бакиева. Держит спиной и достаточно уже много времени, 17 секунд, я думаю, удастся ему удержать. И это удержание победно для нашего дзюдоиста. Абуладзе Яго выигрывает, становится чемпионом, победителем Кубка Европы в 2017 году здесь, в Оренбурге. Поздравляем Абуладзе, поздравляем его тренера. Он представляет Центральный федеральный округ. И вот есть чемпион.